40 минут. 5 минут. Да каких 5 минут? Вы молодая, бойкая, да? Да. Девушка. Вон, до 5 минут добежите. Да. Туда вот 25 минут сейчас. Быстрым шагом студенческим. Тебе надо. Хай стоит. Идут с работы. Дальше. Время можно перейти. Они виноваты. Они здесь прыжи присевают. А там проходит сквозняком все. Так, идем. И до скольки будет закрыто? Скажите, а до какого часа будет закрыто? Это к Перу. Кернесу. А кому же еще? Перу. Анатолий, вы хотели в метро попасть? Да. А метро перекрыто, да, сказали? Сказали, что перекрыто. Я так понял, с самого утра перекрыто. Да, перекрыто с самого утра. Поезда проходили, не останавливаясь. Ну, да. А в связи с чем, как вы это считаете, как журналист? Честно говоря, даже не знаю, но я думаю, это связано с вот этим митингом, который вот здесь сегодня. Ну, митинг уже, собственно говоря, закончился, вы видите. Тогда не знаю, тогда не знаю. Это ладно, ушел. Хоть объявление какое-то подвесили. Ну, как можно вот так вот перекрывать? Ну? Если бы я знала, я бы в ту сторону пошла, на научную. Это 20 минут идти, ну отсюда будет час. На хотя камеру, бы может, что-то идут, объявляли. Да, нет, сейчас, метро, хорошо. Метро. Ну вот вы встали, перегородили. Мужчина, я сегодня не фотогенист.